Летающая тарелка. Всех приветствую. С вами Александр. Так начинается эта модификация. Вернее, это не модификация, а аддон модификации OGSE версия 0.6.9.2. Аддон называется Сталкер Золотой Шар или Приключения Жекана. Так, по заданию, что у нас? Вышел этот аддон буквально только что. Так, наша цель в зоне отчуждения. Таинственно, но в то же время... Реальный исполнитель желаний. Необъяснимый наукой феномен, способный помочь нам в непростой жизненной ситуации. Мы оказались в непростой жизненной ситуации, поэтому мы ищем исполнитель желаний. Резонно. Так, местные. Сразу же углубляться в зону смертельно опасно, поэтому необходимо сначала связаться с местными жителями, которые обитают в заброшенной деревеньке. Проблема в том, что на пути к ней находится военный блокпост. Если удастся миновать его, то связной будет ждать нас на холме у деревни. Так, а по снаряжению что у нас? Черт. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Ну, допустим. Все-таки удастся нам обойти блокпост военных. Сейчас попробую по краю локации пробраться. Похоже, нужно бежать. Нет, там тоже забор. Вряд ли уйдешь. Да, это за нами. Не возьмете живым. Не возьмете. Нет, все-таки так задумано. Имя, фамилия, отчество, год рождения. Имею право не говорить. Нас зовут Жекан. Будет хуже вам. Потому что чем дольше мы будем искать вас в базе МВД для проверки, тем дольше вы здесь просидите. Я подожду, времени хватит. Перейдем к следующему. С какой целью нарушили границу охраняемой зоны отчуждения? Я не знал, что это зона. Каждый год езжу в окрестные леса, грибы собираю, ягодки. Грибы, ягоды возле всемирно известной аномальной зоны очень правдоподобно. Никогда не верил в эту чушь с аномалиями и монстрами. Это все выдумки журналистов. Если за грибами шли, то зачем вам персональные компьютеры со спутниковыми снимками всей зоны отчуждения, исключая прилегающие территории? Ягоды в самой зоне собирать, в самой... Да, говорят, там они особенно крупные. Ладно, несмотря на ваше запирательство... Идентификация личности не составит труда. Информация у вас уже передана куда следует. Так что за вами придут. Всего доброго. Полковник Громцев, военный. Найти способ выбраться из казармы. Военные поймали нас и хотят сдать властям, как нарушители. Необходимо совершить побег с территории блокпоста. Для этого придется пойти на контакт с солдатами, не забывая хитрости. Следует также обратить внимание на предметы, которые находятся в комнате. А что у нас здесь в комнате есть? Так, собрались. Время выступать. Морфий. Запомните, Духман. Шорох там или движняк стрём. Тебя никого... Ну, отлично. Спокойно высаживаешь рожок по сектору обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за укрытие на спину. Контролер цепляет, если видит тебя. Так, солдат, подожди. Ты кто такой? Я простой человек. А это ты нарушитель границы, который наши ловили. Вспомнил, что тебе нужно. Вода на тумбочке, если надо в сортир, я проведу не раньше, чем сойду за поста. Так что потерпи пару часов. Мне нужно отсюда выбраться. Помоги, пожалуйста. Меня за такое посадят. Пойми, ты должен это сделать. Я смертельно болен. Мой друг ждет неподалеку. У него есть лекарства. Если не приду, то умру. Мне сейчас очень плохо. Видимо, будет приступ. Ложь.
Я позову нашего доктора, у него много лекарств. Так, такого, которое мне нужно, нету. Помоги, умоляю, не дай загнуться. Даю слово, что не полезу в зону, а вернусь домой. С виду ты в порядке, не похож на умирающего. Так что просто я за тобой посмотрю. Если тебе действительно станет хуже, позову доктора. Это все, что я могу сделать. Так, по всей видимости, нужно принять какие-то лекарства. Очищенное сердцебиение. Препарат. Живучесть морфитак. Скорее всего, ибупрофен нужно использовать. А куда ушел солдат? Надеюсь, он вернется еще. Развод караула, да, возвращается солдат. Так, собрались. Время поступать. Запомните, Духман. Да, выглядишь ты неважно. Отец перед приступом каждый раз таким же был. На тумбочке лежит аптечка. В ней есть лекарство, два стимулятора сердца. Для симуляции сердца возьми и выпей его. Я в лекарствах не разбираюсь, найди сам. Сейчас подожди минуточку. Да, похоже, сработало. Ну, военный, что же дальше? Собираешься ты нас вытаскивать или нет? Связной в заброшенной деревне. В лагере новичков. Это что такое? Вода? Отдых? Отдых. Какие-то новые метки появляются. Это кто? Разведчик. Еще один новый персонаж. Разведчик. Возможно, это проводник, а не разведчик. Дверь открыта, это шанс для побега. Так, попробую я здесь выбраться. Они даже не увидели. Нет, все-таки увидели. Буду вилять. Так, задание выполнено, побег. Неплохо. Нужно у связного и узнать о наших дальнейших действиях. Что он может нам рассказать, чего мы не знаем. Мужик, иди сюда, я здесь на холме. Уже. Ну, поздравляю с успешным прибытием в зону отчуждения. Спасибо, где здесь можно найти ночлег и пищу. Наш лагерь рядом. Будь вдвойне осторожен, потому что теперь ты в зоне, и вокруг тебя смерть. В первую очередь опасайся аномалий, во вторую мутантов, в третью выбросов. Ну и о радиации не забывай. Подожди, а почему ты голый пришел? Где оружие, костюм, медикаменты, еда? Солдаты отобрали. Да, не повезло. Меня они тоже в свое время трясли, когда я первый раз сюда пришел. Но забрали лишь деньги, а тебя прямо как липку обобрали. Порядки не нынче не те. Отведешь меня в лагерь? Да, иди за мной, не сворачивай. Там в низине, за деревнями заброшенных хуторок, на несколько домов. Это и есть наш лагерь, не вздумай со стороны главной дороги в него входить. А то в дрожку попаешь. По всей видимости, аномалия. В дрожку это аномалия такая, не смертельная, но вредная, как моя жена. Если в нее вляпаться, то тебя начнет трясти, вертеть, как при землетрясении в 10 баллов. Все, что в карманах, в рюкзаке, твои мига вылетит. Дрожка его к земле притянет. Потом фиг вытащишь, разве что палкой или камнем. Я так обрез свой потерял, теперь вот с пуканом. С пукалкой бегаю. Ладно, хорошо болтать. Пошли, хорош болтать, пошли в лагерь, пошли. Действительно, пукалка, смотрите. Со стороны главной дороги, говорит, не входить, дает совет.
Кстати, в данном видео я использую немного другой режим записи. Хочу проверить одну теорию. Потом посмотреть, как будет выглядеть картинка. Если вам не сложно, также отпишитесь в комментариях, стоит оно того или все-таки есть дрожание. Дрожание, скорее всего, будет присутствовать, но качество картинки будет, должно быть бесподобной. Песик какой-то. Неплохо сделано. Так, и что дальше? Найти убежище сталкеров в заброшенной деревне. А я где? Не здесь нахожусь. Вода. Отдых. К Сидорычу можешь сходить. В дрожку бы не вляпаться. Нет, к Сидоровичу нам не надо. Ну ладно, я проверю сейчас Сидоровича. Опа, сюрприз. Привет, до встречи. Сидоровича сместили. Где же у нас отдых-то? Он зашел в подвал. Может, соседний нужно заглянуть? Нет, не похоже. Неужели этот самый домик без крыши? Тоже не похоже. Там точно ничего нету. А нет, вот еще какой-то бандит. Так, привет, мужик, как тебя зовут? Откуда ты? Я Жикан, только что в зону пришел. Добро пожаловать в нашу берлогу, Жикан. Что привело тебя сюда? Мне нужен исполнитель желаний. Так сразу, с деревни новичков. Мне нужен исполнитель желаний. Что ты знаешь о нем? Он находится в саркофаге на ЧС. И что некоторым удалось туда добраться. И он им помогал. У нас сложная жизненная ситуация, как мы читали в описании. Я слышал почти то же самое, плюс еще немножко. Но об этом позже. Скажи, зачем тебе исполнитель желаний? У меня крупные проблемы в жизни. И решить их может только сверхъестественная сила. Я спросил бы тебя, что это за проблемы, но ладно. Меня зовут Саня. Фамилия моя здесь значения не имеет, так что можешь называть меня просто по имени. Так, с этим я уже говорил, познакомился. Есть еще изгой и скидан. Изгой наш курьер, он не дает лагерю загнуться с голоду. А скидан, так сказать, завхоз. Да и просто человек хороший, с золотыми руками. Кстати, он пришел сюда раньше всех. Нас на целые полгода, так что советую пообщаться с ним. Маловато здесь народу, а ты думал встретить толпу охотников за артефактами. Скажу по секрету, здесь была и толпа. Я тому свидетель, сюда с 20 соратниками пришел в свое время. Всех живых остался только я один, и только потому, что осторожнее всех был. Пусть она будет тебе советом. Пусть это будет тебе советом. Послушай, по пути сюда меня задержали военные, отобрали все снаряжение. У меня была еда, куртка, нож, фонарик. Где здесь всем этим можно разжиться? Да, вояки в последнее время оборзели. Кстати, учти на будущее. После того, как ты проник в зону, для них ты уже нарушитель периметра. Опасный объект, несущий потенциальную угрозу. Улавливаешь? Да, это понятно. Они будут стрелять без предупреждения. Задаем ему вопрос. Именно так. Так что блокпост обходи метров за 200. Снайперы дежурят две смены. Получается, что назад дороги нет. Нет, почему же? Все не так просто. Если задумаешь отсюда свалить, то поговори со Скиданом. Ему иногда удается достать кое-что из периметра, какие-то вещи. Значит, троп он знает. Про снарягу у него тоже спроси. Учту, спасибо. Их задание обновилось. Так, чайник можно взять. Возьму чайник, обязательно батон. На этом, думаю, пока закончу. Побегаю, я посмотрю здесь что и как. Заодно посмотрю качество картинки. Я с вами был Александр. Всем пока.